так значит, метеорит где-то вон там. А еще Гарри с друзьями. Держи. Добавим звуковых эффектов. Они просто стоят. Чего они ждут? Слушайте, я вам так благодарен за все. Да брось. Мы паучья команда. Пусть все об этом помнят. Эй, дружок! Ты так и будешь до утра играться с этим камешком? Ты и я, Гарри! Как мы всегда хотели! Мы, наконец, вручим тебе наш дар! Есть один нюанс! Сперва тебе надо меня поймать. МДЖ, давай! Тебе нужен был сюжет, вот. Что это было? Кто бы ни обронил эти сигнальные ракеты, надеюсь, он выбрался. Что за черт? Иду! Держитесь! И они оставили тут не только сигнальные ракеты. Дело совсем дрянь! Видимо, Норман послал людей за дом. Без этой каменюки я не уйду. Надо спуститься. Ну, я и влипла. Метеорит, кажется, связан с стальным ульем. Это просто камень. Способные погубить мир.
сейчас они на меня накинутся. Пора бежать. Надо сваливать. Метеорит. Словно живой. И если они заберут камень, всему конец. Надеюсь, это верный путь. Видимо, выход сразу за вертолетом. Ты и здоровый. Сделаю погромче. А, ему не понравилось. Убираться отсюда. Уходи, Майлз! Готова? Станем братьями. Будь с нами. Прошу, вспомни все, что мы вместе пережили. Но мы были вместе!
пришел и ко мне приходил! Даже ночевал у нас, когда твоя мама заболела! Не могли видеть ее такой. Когда ты ее лишился, помнишь футбольное поле? Я там был! Я всегда был с тобой! А потом мы снова заболели. Ты бросил нас, когда мы боролись за свою жизнь. Я же пытался тебя спасти! А нам казалось иначе. Мы даем тебе шанс, Пит. Почему ты сопротивляешься? У меня просто нет выбора! О, еще симбиот. Не помогло! Антивеном поможет освободить Гарри! Всех. Мы дали тебе все, чего ты хотел, а ты нас вышвырнул. Я дурно поступил! Прости меня! А потом заменил нас Майлзом, и он настроил тебя против нас. Нет! Он спас меня, а теперь я спасу тебя! Гарри, тебе задурили голову! Ты мой лучший друг! Тогда почему ты нам не веришь? Я верю тебе, Гарри! А не той штуке, что на тебе! Мы не штука! Опять они? Грубой силы мало! Нужен другой подход! Не нервничай! Уберем их по одному! Это не сработало!
не сделал. Я не стану исцелять мир с тобой. Только не так. Метеорит. Ты забрал его у нас. По-моему, слизняки на нас разозлились. Ну они первые начали. Надо положить его в ускоритель. Джей, ты слышишь? Надо вытащить его отсюда. Иди, Майлз, я справлюсь. Иди! Когда он крылья отрастил? Получишь этот камень! Наше будущее не принадлежит тебе. Поверь, твое будущее мне не нужно! Я обещал, что буду бороться за тебя, Гарри! Тебе на нас наплевать. Ты нас не знаешь! Yeah!
слова симбиота, не твои! Ты ревновал. И поэтому рассорил нас. Возможно, но Пит не был собой! Нас. Не так ли? Дело не в том, кто лучше, но ты приятнее без чёртнутого пришельца на шее. Я ж подрезал ему крылья. Неважно, нравлюсь я тебе или нет, я тебе помогу. Покончим с этим! Что происходит? Держись, старина! Прошу, нет, не трогай его! Пожалуйста!
Я не жилец, Пит. Не-не-не, еще есть время. Боюсь, что нет. Он убьет их. А потом убьет тебя. Исцелим мир, Пит. Вместе. Да. Гарри, прости. Прости. Ну-ка, отойдите. Не знаю, получится ли, но я попробую.
Гарри. Пульс слабый. Ждать нельзя. Что ты наделал? Что ты с ним сотворил? Мне очень жаль. Стойте, я еду с вами. Есть следы мозговой активности, но шансов, что начнется, очень мало. Главное, чтобы жил. Срочно! Подготовьте препарат G. Срочно! Последние несколько лет наш город терзали трагедии. Но это нас не сломило. Мы боролись с болезнями, злом, бедствиями. Мы устали, поникли духом, выбились из сил, но не утратили надежду. Городу нужно залечить раны. Мы готовы вернуться к нормальной жизни. Но что такое норма? Что, если ее больше нет? Полчаса я говорила о том, как эти события изменили меня. Но что насчет вас? В этой программе я буду общаться с жителями города, анализируя модели поведения, новые привычки, новые мысли и чувства. Надеюсь, вы присоединитесь. С вами была Мэри Джейн Уотсон и программа «Новая нормальность». Первый выпуск готов. Класс! Уже готовы? Минутку, я хочу кое-что тебе показать. Хорошо. В них добавляют патоку. Аппетитно. Спасибо за пожертвование, Питер. Ты говорил с Майлзом насчет? Еще нет.
Ты готов? Майлз. Я хотел с тобой кое о чем поговорить. В смысле, мы и так разговариваем все время, и это здорово. Общаться, обсуждать всякое с тобой. Просто я не говорил о том, о чем следовало поговорить. Пит. Погоди, я начну сначала. Я справлюсь. Совсем. Иди, побудь Питером Паркером. Ты уверен? Это большой город. У меня получится. Ты, главное, помогай мне советами. Они не нужны. Может, не сейчас, но придет время. Я рядом. Всегда. Давай, брат. Увидимся. Что тебе нужно? Люди-пауки. Ты ведь знаешь, кто они? Правда? И? Мой сын при смерти. Славно. Мы все познали боль утраты. Теперь и ты, Норман. Что пишешь? Последнюю главу. Привет. Надеюсь, ты голодна. Еда почти готова. Ты бы пока показал ей свое эссе. Он над ним столько корпел. Один парень из Гарлема. Ты его, наверное, видела. Он волонтер. Помогает своей маме, советнику. Старается брать пример с отца-героя. Да? Thank you.
Привет. Майлз, Хейли, это Альберт. Привет, рад знакомству. А это моя дочка, Синди.